Ой, девочки, мальчики. Ой, блядь. Порвался пакет. Сходила в магазин. Значит, что? Вот этот рис. Ну, нравится мне этот рис в коробочках. В пакетиках взяла 4 коробки. Где четвертая, не знаю. Костян, подсобери, пожалуйста. Помидоры. Ага. Так, 1, 2, 3. 4 коробочки риса взяла. Вон там у меня под стулом. Я вижу, там под стулом их 2. Один там вообще сзади. Ладно, потом поставь. Только не забудь. Так. Помидорчики тут пару килограммчиков. Вот такой длинненький рис взяла. Я Эдику в кашу собаки добавляю, в гречку. То рис, то макарошки для разнообразия. Так, дальше что? Очень мне вот эта сгущеночка понравилась. Уже третий или четвертый раз я ее беру. Очень неплохая. Так. Взяла какой-то мясной рулет. Мне почему-то кажется, что он очень вкусный. Так, дальше что? Майонез «Мечта хозяйки». 1, 2, 3, 4. Костян любит карри. Тоже взяла или 4, или 5, не помню. Так, 1, 2, 3, 4, 5 карри. Девочки, свой любимый имбирь. 2 упаковки имбиря. У меня еще в холодильнике, правда, 1 начата есть. Ну, ничего, знаете, с ней ничего не сделается. Как говорится, не прокиснет. Не прокиснет, не испортится. Ой, блядь. Дальше что? Вот эти вот десертики. Костян очень уважает. Он уже взял. Ты какой взял? Клубничный? Так, сколько я их взяла, не знаю. Много, правда. Так. Деликатес славянский. Кусочек вот такой вот. Деликатес славянский. Еще один кусочек. Вот очень даже неплохой сыр. Как все время беру его. Кухмастер. Очень я уважаю кухмастер. Взяла томатную пасту большую. Из всех томатных паст кухмастер лучше всех. Так, сливочки на кофе. 4 упаковки. 4 упаковки сливочек. Еще десертики. Десертика сколько я взяла? 6, 7, 8. 8 десертиков. Сливочки кофе пить. Завтра заберу с Валбери. Сегодня уже не пойду, неохота. Капучинато, чтобы взбивать. Вот 4 упаковки сливок. Ну, естественно. Мой любимый зефирчик. Мой любимый. И, естественно, мой любимый вот этот вот, не знаю кто, с изюмом. Так, и все это хозяйство у меня вышло. Все это хозяйство вышло 4 298. Представляете? Ну, нормально. Нормально. Вот прогулялась я в магазин. Надо было на Валборис идти. Ну, на Валборис вечером пойду куртку забирать Ромкину. Хочу ему подарить куртку, пришла. Потом серьги у меня пришли, потом моя куртка пришла. Но за своей я пойду завтра, потому что мне сейчас лень идти через весь город. Юрка уехал, завтра он работает, меня на машине некому будет свозить, поэтому сегодня я никуда не пойду, а пойду завтра. Вот, в общем, все, как-то так.
в этом году такие хорошие ягоды. Брусники, море, клюкву. Вот сижу, перебираю. Полная майка была. Ромка ходили за ягодами. Говорит, очень много набрали. Вот он мне притащил целую майку зеленую. И у меня очень в этом году хорошие контейнеры. Покупала я в Фикспрайсе. Вот набор из 3 штук. Стоит 150 рублей. Именно для заморозки. Вот 10 наборов я покупала. Последний остался. Но у меня не войдет. У меня забитый весь морозильник. А наборы очень удобные. Так, ну-ка, что тут? Сколько грамм-то не написано? 3 штуки. 0,9. В общем, все наборы улетели. Остался последний. Сижу, перебираю клюкву. Уже целый мешок перебрала. Уже так немножко осталось. Прям очень хорошая клюква, знаете, такая крупная, замечательная. Переживала, конечно, я. Страшно же, медведей же, вагоны, тележка, ходят компаниями. Но благо, что они были с ружьем, но все равно. Слава тебе, Господи, все нормально, приехали, затарились, набрали так много. Вот уже... Один вот этот вот и последний остался. Это получается, ну, 7 литров я уже упаковала в морозильник. И вот еще тут, наверное, 2 литра у меня осталось. Ну, почти 10 литров Ромка принес мне. Себе, говорит, очень много набрали. Ну, молодцы, нам этого хватит. 7 вечера. Фонари вообще ни хера не включают ни утром, ни вечером. 0 тепло, плюс 16. Сходила в магазин. Только нужно было купить кошкам корм. Купила. 5000 потратила. Представляете, сейчас покажу. Вот 2 600-5. И где-то 2 300, наверное. Здесь у меня фикс прайс на 1000. И на 1000 с лишним еще там кое-что. А, таблетки. Таблетки на 1500. Наверное, больше потратила. Вообще капец. Вот всего лишь 2 пакетика. 5 с лишним тысяч. Я забыла про таблетки. Очень хорошо, тепло на улице. Девочки, давно ничего не снимала. Такая лень, матушка. Ну, думаю... О! Так, это Анфиса. Надо начинать. Лень не лень, но начинать надо. Сходила в аптеку. 1500. Но это я купила только половину, что мне надо. Половина у меня под заказ. Не утерпела. Посмотрите, какой красивый сливочник. Фикс прайс. Не знаю, зачем он мне. Но думаю, нужен. 199 рублей. И вот в этом мешочке получается 1700. Представляете? Аптека живика. Ну да ладно. Дальше что? Ну как, своим любимым девочкам. Купила большую пачку 600-граммовую. Это у меня Феликс. Дальше купила им 3 вискоса. Эти по 350. По 350 грамм. 3 штуки. Шампунь от перхоти. Лея Витабе. Цены, конечно. 120 рублей. Жопу подтирать. Или больше, или 140, или даже не знаю. Сейчас, представляете? Сейчас я достаю. Так, творожочек, пачечку. Я люблю со сметанкой. Поэтому пачечка творожочка. Сейчас буду делать салат с медом. Поэтому мне нужно побольше овощей. Вот огурчики, где-то помидорчики. Так, сахарок.
Ну, естественно, для творожка у меня две сметанки, естественно. Я люблю сметанку. Дальше вязанка, пачечка сливочного масла. Вязанки две где-то еще должна быть. Так, розовых помидор вечер уже не было хороших, взяла просто помидорчики. Так, еще одна вязанка. Получается две вязанки. Хлеб, да? Так, хлебушек черный, две штучки взяла разные. Бородинский и вот такой семечкой. Ну, все сегодняшние, да, носить. Так, для салатика маленький вилочек капусты, но он до того тяжелый, знаете, кинуть и убить можно. Свежая капусточка. Дальше. Вот такие вот я люблю макарошечки. Завитушечки. Я варю всегда полторы пачки. Одну мне мало, две мне много. Ну, а здесь, как всегда, любимый шницель Костяна. Я взяла 6 штук. Вот 3. И еще 3. Вот. Раз. 2. У него срок годности большой. Я думаю, в морозильничек уберу. И, знаете, быстренько перед колледжем ему вишенка. Шницель. И вот такой вот мне нравится холодец. Вот такой вот. Я его купила 3 штуки. Ну, вот и все. И это с фикс-прайс. А, еще сумка с фикс-прайса потом разберу. И это все вместе, плюс таблетки, вышло 5 с чем-то. 2 600 пятерка. 1000 с чем-то фикс прайс, 1,5 таблетки. Да, и еще так, по мелочи. Вот как-то так. Тетки, нажарила чертовски вкусных куриных котлеток. Сварила свои любимые завитушки, макарошки. Сделала салатик с медом. Короче, наелась, как свинота. Время 10. Я уже 3000 шагов прошла. Хожу вокруг дома. 10 тысяч шагов буду ходить. А потому что нехера так наедаться. Ой. Хожу, причем, знаете, с голыми ногами. Похеру, вся мокрая. Все, ничего, но дыхалка вообще не работает. Но это не дыхалка, это сердце. Дышать прям нечем. Но я не сдаюсь. Сначала пульс был 120 на первом круге. Сейчас пошла 6-й круг. Уже пульс 90 с чем-то. Человек ко всему привыкает, поэтому пошла я двигаться. Девочки, время. 1 час ночи. Мои красавицы уже, как всегда, спят. У меня уже новогодний мишка светится. Но я его вообще не убирала. Тут освежитель, увлажнитель для цветочков. Сейчас в 1 час ночи на улице отключат освещение. А я покушала салатик. Помидоры, огурчики в медовом соусе. Пожарила Костяну на завтрак котлетки и отрезала себе полпальца. Смотрите. 1.5 часа не могла кровь остановить. Очень глубокий порез. Короче, разрезала всю подушечку. Капец. И хотела и пойти помыться. Но что-то я не хочу таким пальцем мыться. Помою завтра. Вот сижу, не знаю. И спать еще неохота. И чем заняться, не знаю.
Девочки, я все-таки неисправимая ночная обжора. Время 2:30 ночи. Ну, естественно, у меня сна нет. Поэтому я себе налила чаек с лимоном, свое ведро, коробочка грибочков. Очень вкусных. О! Особенно в белом шоколаде. Ну и главный ингредиент — очень интересный фильм на домашнем. Сижу, гляжу. Звук просто убрала. В общем, я думаю, что еще кто-нибудь ночью кушает. Поэтому вам тоже приятного аппетита. 3:00 ночи. Уже 3:00 ночи. Я наелась грибочков, а после сладкого захотела что-нибудь другое. И я себе порезала салатик. Представляете, в 3:00 ночи. Твою дивизию. Да херня. В общем, я чай пью. Продолжаю трапезничать.